Здравствуйте! Вашему вниманию распаковка чайника Philips HD9334 от розетки. Вот такая пошла коробочка упакованная. Сейчас мы ее раскроем. Посмотрим сам чайник. Вот как внутри выглядит. Достаем. Вот подставочка красивого цвета. Шнур довольно-таки короткий. Можно его прятать. Подставкой. В комплекте у нас гарантийка, инструкция, еще и сертификат соответствия, таможенный союз. Интересно. Прочитаем. Сам чайник. Сам чайник на 1,5 литра. Вот такой красивый пластик, тут прозрачный, с белым. Крышка полностью снимается, что очень хорошо. Можно нормально помыть, засунуть руку. Вот, защелкивается. Есть ситечко, чтобы задерживала всякую мелочь. В общем-то, чайник красивый. Подсветки нету, поэтому, когда кипит, вернее, греется вода, не видно, что он работает. Ну, ничего, это небольшой недостаток. Вот так выглядит чайник. Сейчас выведем провод. Когда он стоит. Чайник у нас написано. Специальный дизайн чайника предотвращает образование конденсата на крышке, ручке и кнопке включения. То есть здесь ничего, никакой пар не просачивается. Можно спокойно брать, наливать, не обожжешься. Уникальная технология герметичной защиты дна. Ну, по крайней мере, написано хорошо, что ничего не должно протекать, обжигать и так далее. Вот он, чайник. Пожалуйста, сайт розетки. Покупайте. Всем рекомендую.